Сегодня я покажу, ну кому интересно, конечно, как из простых 3-4 звуков можно родить, абсолютно не напрягаясь, какую-либо мелодию. Вот, допустим, возьмем субдоминанту до диез мажоре. Сейчас смотрим, что получится. Thank you.
в основе импровизации как бы используется, ну, на самом деле все индивидуально, вот, но определенная матрица существует, то есть у кого, как говорится, на что заточено, у кого-то арпеджио хорошо работает, у кого-то мелкая техника работает, гаммовая, у кого-то там пицциката, у кого-то форшлаги, ну, вот, кто чем владеет, тот использует. А мелодию можно начать, конечно, внутренний существует у мелодии потенциал, ресурс, так сказать. Хотя эти две разные вещи. Потенциал – это возможности, а ресурс – это как бы вот насколько человек видит всю картинку. То есть габариты всего этого образа, который на самом деле вот в данном случае как бы образ такого веселого парня, незамысловатого, просто идет по улице там, припляску или не совсем припляску, но он как бы радуется тому, что он живой, здоровый, с кем-то перебросился словом, с птицами, взглядом там, ну, то есть он просто живет и чувствует себя великолепно в той среде, где он находится. Вот как-то так вкратце. Так что пробуйте сочинять каждый. Даже если вы мало играете на баяне еще, до этого не обязательно там, я не знаю, какие-то крутые вариации выполнять. Достаточно относиться с любовью к своему инструменту, как к своим близким. Удачи!